Всем пока, дорогие друзья, вы на канале Груни, и мы тут начинаем приветствие с подарочка, спасибо, благодарю. В общем, короче, поехали играть, теперь сегодня у нас будет капхедик, 3 песни, поехали, да. Эта игра все будет по стадиям, да, сейчас я скачаю уровень, я его еще не скачал. 1, 2, 3, что, о, капхедик, о, класс. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, класс. Блин, так, тут еще такая рамка прикольная. 2,6, кстати. Вот этот мод прям очень я хотел поиграть, прям очень сильно уже. Да. Думаю, тоже ждете эту серию, да? Да, какой же кайф. Я люблю, очень обожаю Freddy and Party, но это такой кайф, ребят. В прошлые две серии были какие-то непонятненькие модики, сегодня прям прикольные. Реально. То есть уже известные, прям классные модики. Но я в него не играл, но я знал, что есть этот мод. И давненько хотел в него поиграть. Плюс у нас еще капхеди какие-то будут, да? То есть это не единственный капхеди, который у нас тут есть. Да. Но, кстати, когда я прохождение по капхеду запишу, кстати, ребят, да. Там еще какая-то обнова вышла, так что посмотрим, ребят, может, когда-нибудь запишу. Но это, конечно, еще будет не скоро, наверное. Хотя, может, и скоро, не знаю. Если вы прям захотите, я прям займусь этим делом и, наверное, буду снимать. Да. Можете написать по этому поводу в комментариях. Хотите, не хотите. Да. Ту-т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 у. Че, у нас пальцы не стреляют? Ну, какая классная песня, ребят, мне очень нравится. Все, ура, первая песня есть. Офигеть, это что такое? Ничего себе. Это мне сейчас вообще не нравится. Что сейчас будет происходить? Мне страхово. Что сейчас будет реально? Он не будет как-то меня стрелять? Все окей будет, надеюсь? А что за полоска, кстати? Какая-то карта. Я понял! Как, когда стреляешь, типа, наполняется карта, короче. Карточки там, короче, по картам идет. То есть там ты можешь... О! Я понял. Вот там, короче, есть какие-то другие, их нельзя поднимать. Это хана будет. Я понял теперь. Их нельзя поднимать. Ой. Слежу. Ой. Я просто слежу за этой карточкой. Ну, тут еще, кстати, ульта может быть. То есть она одну карту может просто потратить на какую-то слабенькую атаку. Ну, достаточно мощную. Ой. И еще может ее, получается, ульту какую-то сделать, не знаю, короче. Тут там еще разные ульты есть, блин. Опасно. Он сейчас стреляет нас. Кстати, 40, обычно 30 будет. Ну ладно, нормально, классно. Я слежу. Боже, нельзя забывать. Мне стрёмно теперь. Пи-пи-пи-пи-па-па, пи-пи-па-па-па. Оп! Это реально стрёмно. Ну давай, давай, ну давай. Ты меня так просто не зафигачишь. Давай. Блин, вот это интересно, вот. Что такие плюшки еще есть, это реально интересно. Он начал с пальца уже настрелять, кстати, да. Мощно. Оба. Нормально, не попал. Я понимаю, если побьешь, сразу гейм-овер. Да. Все, ура.
Есть у нас вторая, и мы получаем... Что мы... Дог... Что? Дод... Доджи? Капрадзол? Блин, классная пушка, может тут пойдешь, не знаю. Что? Короче, дорогие друзья, я еще раз решил, я посмотрел, и как понимаю, наоборот, надо нажимать розовые, что ли. Не знаю, давайте попробуем. Не знаю, нажимать. Или давайте сначала карточки дождемся, а потом уже нажмем. Просто я не знаю. Вот типа, когда у нас карточка, вот атака. А, смотрите как. Мы его атакуем, то есть на розовый нельзя, вот, и мы еще можем атаковать. То есть это кнопка атаковать. Понял, вот теперь я понял. Давайте так, отыграем вот это с вами. Чай. Кайф, ребят. Оказывается, мы еще так атаковать можем. Вот это кайф, да. Вот так посмотрел еще раз, типа, инструкцию. Так, нельзя забывать, что он тоже нас атакует. Оба, пропустили. Имба. Да, хорошо. А что делать, если мы не будем типа его атаковать? Это его отталкивает, как понимаю, да? То есть у нас 40 плюс 2 там, или сколько там прибавляется? Прикольная тема, кстати. А, он уворачивается, кстати. Ведь он уворачивается, мне сейчас показалось. Нет, ну он так, как блок, что ли, ставит, типа того. А можно как-то его попасть, чтобы блока не было? Надо такой, ну давайте атакуем сначала, когда он будет петь. Ну, вот видите, он стоит. И сейчас типа так, да? Блин, все уже, да? Блин, мы не проверим тогда. Ну ладно. Окей, ничего страшного. Ничего страшного. Сейчас мы уже посмотрим реально лютый хард. Потому что там получается доджи, по-моему, было слово. Это уворачиваться вроде как, да? И мы сейчас будем уворачиваться, блин. А что, так можно было? Ну, а давай. Я готов, братан. Я готов, если чё. Застрочка... Опа! Обосраться можно. Я застрочкой вообще не особо смотрю, потому что нужно уворачиваться. Могу еще атаковать его. А! Я розовый нажал или нет? А не сложно слишком? Издеваетесь надо мной? Как это же все мониторить? Издеваетесь надо мной? А, блин! Он стрелял. Поехали, все, ребят, давайте. Не то, чтобы скорость сложно. Вот что он стреляет, вот это сложно. Это вначале он стреляет. Хорошо. Ты чё, больной? Ладненько. Лицо получай. Не страшно. Такие случаи. Настреляли вроде как. На леща. Тут же сказка не казалась, короче, там медом, малиной, клубникой. Короче, всеми ягодами не казалось. Вот я как допою. Нет! Нифига себе! Ты угораешь, что ли? Чё так сложно, алё? Чё минута 40 выживать? Вы чё?
На, дальше. Дальше. Хорошо. Это только 10 секунд, я думал, минута прошла. Дальше. Так, знаю, что вернется. Он надоел. А чё Леща не взлетел? Лещ? Какой лось, да? Не попал, чё вы гоните? Фух, 50. Нормально. Нормально. Как? Лещ? Лещ? Так, нормально. 25 секунд, ебой! Лещ! Лещ! Все, домой, я победил. Я победил, у тебя 0 шансов. Лещ! Ура! В общем, дорогие друзья, в следующей серии у нас будет Санс. Мне очень понравилось играть против Капхеда, очень сложно, очень классно. Потом будет Бенди, еще Капхедики, еще Undertale. Тут у нас будет, тут еще Капхедики, тут Магман уже будет офигеть. Тут еще Дурс, ребят, есть, это просто офигительно. В общем, очень еще много контента. Пока что на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.